Команда инспекторов ОГИБДД по Одинцовскому городскому округу была признана лучшей по итогам 13-й зимней спартакиады среди сотрудников госавтоинспекции Московской области, которая прошла в Дмитрове на базе спортивного курорта «Сарачаны». Автоинспекторы соревновались в стрельбе из пневматического оружия и перетягивании каната. Наряду с серьезными дисциплинами проводились веселые старты, участники которых шли к финишу на пятиместных надувных лыжах.